вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3. Ха, помните, как я говорил? Всем привет, доброго времени суток, с вами Саня Электрик, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Откровение. Я тогда вообще, я не могу, нафига я это тогда сказал? Я иногда путал, я так наигрался в Откровение. Ладно, это третья часть. Ну, привет! Так, нам туда, да? Так. На борт, парень, полюбуйся. Нет, только не левой. Ни за что. Дурная примета. Сначала ступай правой. Хм. Он... крепок. Да, выдержит любой шторм. Это отлично. В ветре даст 12 узлов. Ни один корабль не обгонит его в хороший день. Ну что, выйдем в море? Я покажу, на что он способен. Куда мы пойдем? Аквиле первым делом нужны пушки и канониры. Отправимся прямо сейчас. Не бойся, парень. Я из тебя моряка-то сделаю. Там выбрать грот, Наванты! Поживей! Так, шевелитесь! Ну же! Включи микрофон пока. Его куда надо! Ну что ж, я здесь. И у нас загрузка. Это шел на секундочку. Но... Восточное побережье, 1773 год. Ну что тут у нас? О! А вот и Коннор! Ну же, парень, чего ты ждешь? Встаньте к штурвалу. Окей. Я на носу! Поживей. Ну же, давай, он не укусит. Ну, круто. Всегда мечтал, но это будет в детстве. И теперь с ним... Пол паруса! О, круто. Аквила снова летит. Чувствуешь, парень? Там у нас не курс на Мартас Виньярд. Там найдем и пушки, и канониров. Отлично. Он проворен, но на больших скоростях неповоротлив. Так что веди его уверенней. Наслаждайся открытой водой, пока мы не добрались до мели. Можешь поднять все паруса. Все паруса! Давай, полный ход! Я прям капитан Джек, воробей или Синдбад. Кажется, ветер меняется. Будь начеку, Коннор. При порывистом ветре идти нелегко. Воу-воу-воу-воу. Давай наполовину! Тише ход, пол паруса! О, как несет, а? Давай туда. Выравнивайся, выравнивайся. О, отлично. Впереди корабль. Мы... О, ветер теперь нормальный. Проведи нас мимо мелей. Только не задень их. Отмель нас просто замедлит. А вот рифы и корпус пробьют. Но лавировать лучше на половине парусов. Тогда он маневренней. Давайте сюда попадаем. Ай-яй-яй. А, мышка еще. Ё. А то я думаю, что за бред. Знаете? Давайте еще чуть-чуть потише сделаем на всякий пожар. Следи за другими. Ого, у нас дощара идет.
А у нас до... Не, у нас так. Так, тихо. Игра. Судами, не меняй галса, чтобы не стал. А у нас дождь идет. Я сидел в наушниках и ни хрена не слышал. Привет, чувачки, как ваши дела? Хотя солнце и дождь это. Прикольно. Ну чё, Коннор, мы ещё капитаном с тобой станем. Не только ассасином. Ну и продавцом, капитаном. Ну, ассасин это... Капитан, продавец. Шквал, сэр! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Выраб... Куда ты... Блин. Право руля, есть право руля. Куда ты влево? Блин, влево руля есть. Как фильм. Так, отлично. Никаких повреждений, как я вижу, у нас нет. Ну, нету пока повреждений, отлично. Дома! Мы близко. О-о-о, не так резко. Отлично, Коннор. А чёрт, куда ж ты там плывёшь-то? Маленький. Ай. Медленней, убрать всё! Убрать паруса, живо! Бросить отлично. Якорь. Мы на берег, тупо купим отлично. Мушки и найдём канониров. А, якорь, это отлично. Ну, в общем, у нас, видите, как видите, получилось без повреждений. Так, да, хорошо. А то... Я бы был бы плохим бы капитаном. Знакомое место. Спустя столько лет ты добрался до Виньярда, чтобы сыпать любезностями? Ну да. Мы ищем Дэвида и Ричарда Клаттербаков. Я тебе тоже рада. Роберт Фолтнер, где ты был, черт возьми? Знакомые лица мне. Они. Простите, что пропал, но никто не должен был знать, где я. Вы либо они меня кого-то напоминают, либо я их нет, уже видел с этим. У нас истек контракт. Так, а мы как раз ищем канониров. Так, напишите мне. Если позову к себе, что скажешь? Либо я их где-то уже в другом видео похожих. Ну что, либо еще пара передряг не повредит. Отлично. Аквила отличный корабль. Мы как раз ставим на него пушки. Кажется, твой друг сейчас получит в зубы. Где Чарльз Ли? О. Мне не слишком нравится твой тон. Я сказал, где Чарльз Ли? Подумай-ка дважды, Бидль. Бобби Фолкнер заделался нянькой. А вот это ты зря сказал. Наконец-то ты понял, что ты дерьмовый моряк. Эй, вы не здесь, джентльмены. А лучше вообще нигде, Бобби. Забирай друзей и уходи отсюда. Пошли, о, ребята. Какие вы тут пушки у нас, небось, а? Готовы. Какие вы тут у нас нежные-то, а? Нельзя даже прийти, блин, пообщаться. Спросить, где этот гребаный Чарльз Ли. Нет, они, блин... Ладно. Уже вечер у них, да? О, солнце садится, отлично, да? Бум-бум. Ну что ж, Коннор, пошли. Че еще? Эй, мужик, я хочу к штурвалю. Ну что ж, поплыли. Все отлично. Ветер нормальный. Что за дурь на тебя нашла? Тот, что старше, тамплиер. А кто второй? Тамплиер? А соплях Николас Бидл. Считай, никто. Мичманишка английский. Пушки готовы? Да, но сразу в бой кидаться рано. Найдем годную цель и научим тебя стрелять. Пока мы поставили немного... Поплыли! Пушек, но есть место для дополнительных, если тебе понадобится.
На всех парусах! Развернуть паруса! Жесть! Плывем! Отлично! Ну, недалеко осталось. Главное не гондуразиться куда-нибудь. Это видно, в корабле быстро крушились. Половина парусов! Похоже на бывший британский фрегат. Он подойдет для артиллерийской тренировки. Развернись борт, наглухо! Нацель все орудия и скомандуй огонь. Окей. Ну, давайте попробуем. Давай обычные ядра! Блин! Давай! Отлично, парень! Теперь прицелься ему по носу и жахни как следует. Блин! Точно в цель! Не понял. Попробуй еще раз. Подойди и наведи все орудия на цель. Да чтоб тебя! Ты промахнулся! Давай еще что один заход! Вот так вот, думаю, будет нормально. Стрельбе! Приготовимся! Огонь! Точно в цель! Там был старый порох! Славно! Теперь фальконеты! Они точнее! Вжарь по этим бочкам с порохом, устрой фейерверк! Хорошо. К стрельбе готов! Вперед! Еще! Заряжай! Расстреляй готов! Бочки из фальконетов! А, это другая футка. К стрельбе приготовиться! Огонь! О, не посмотрел просто, подумал. Кэп. Ну. Ты быстро учишься. Только если мне интересно. А, почувствовал вкус моря, да? Мы сделаем из тебя моряка. Рыбные палочки. Теперь пора возвращаться. Морская капуста. Старик с меня шкуру сдерет, если я тебя задержу. Поплыли. Дать пол паруса! Пол паруса! Все паруса! Поднимайте! Все паруса! Ну поплыли! Надеюсь, не будет никаких приключений у нас. То есть пираты и прочее. Канонерки идут! Почему они в нас стреляют? Да это сейчас знаешь, что такое! Мы портим собственность короны, мешаем королю спать! Выбирай! Что нам делать? Придется отбиваться! Потопи гадов! Окей. Давайте, фальконеты! Готовься! Блин! Есть! Поцелуй, Дэви Джонсонса! По сигналу! Ах ты ж, скотина! Не сейчас! Давай, давай! Фальконеты! На твою? Угу. Приготовились! Команды, сэр! Зал! Есть! Ну, садим. Заснили! Фальконеты! Ты, буря? Английский фрегат! Чтоб меня еще один! Зашибись. Черт подери, он взялся. Зашиби. Берегись! Вниз! Хо-хо. К огню приготовиться! По сигналу! Стоять! Вперед! Приготовились! Так. Огонь! Получается. Блин!
сигналу! Иди к нам, корабль. Берегись! И как же нам их уничтожить так тогда? Фрегат! Чтоб меня еще один! Откуда, черт подери, он взялся? Берегись! Я тоже так могу, знаешь? Стоять, скотина! Мешает, смени по сигналу! Блин,